Всех приветствую! Сегодня у нас с вами будет морской пейзаж вечерний. Сегодня мы с вами рисуем море. Итак, приступим. Закат у нас будет розовый, желтовато-розовый. Вот мы возьмем желтый цвет. Взяли желтый цвет и начинаем где-то чуть ниже середины вот так рисовать желтый цвет. Теперь мы будем сюда добавлять розовый цвет. Для этого мы заранее с вами смешаем два цвета, это белый и розовый, и смешаем и будем добавлять постепенно, вот прямо в желтый цвет, неровно, где-то заходя даже на желтый оттенок, мы будем добавлять розовый цвет. Не нужно, чтобы это было ровно. Здесь не должна быть четкая полоска. Мы делаем плавный переход. Вот. Теперь мы добавляем более темный розовый цвет. И тоже делаем все это неровно, с плавным переходом. И в конце мы добавляем совсем немножко синего. И также мы заходим синим цветом на розовые цвета. То есть делаем вот такие вот неровные сочетания. То есть это у нас как будто такие вот тучки. Вот у нас получился вот такой вот закат. Теперь мы будем рисовать с вами море. Вот здесь у нас от желтого к синеватому, и теперь внизу будет море. Море мы будем рисовать тоже в похожих цветах, но больше синего. То есть мы берем розовый, добавляем в него чуть-чуть желтого. И начинаем вот здесь мы делать такой вот, сначала сделаем такую ровную полоску. А теперь в эти цвета мы добавим синего. И плавно, плавно мы вот так сделаем переход. Теперь мы берем просто синий и, начиная с нижней части, и заходим на верхнюю часть, мы делаем вот такую вот растяжку. Заходим плавно, чтобы у нас не было полосы. Заходим так, чтобы у нас не было четкой линии, поднимаясь как бы на верхушечку, вот сюда, вот так. Вот мы нарисовали с вами вот такой красивый уже закат. Это мы сделали только с вами пока подмалевок, затонировали лист. А дальше мы будем уже с вами рисовать детали. Ну, начнем с облаков. Облака мы сделаем более розовые. Вот такие розовые мы сделаем, вот такие вот более розовые облака. Вот так кисточкой мы вводим и создаем вот такое вот интересное облачко. Неровно, на желтое тоже заходим. Внизу там совсем такие маленькие сделаем. Вот такие облачка. Теперь мы с вами возьмем инструмент, наш пальчик, макнем пальчик и нарисуем вот здесь
солнце. Вот такое солнышко. Пальчиком сильно не растираем, оно у нас должно быть белое. Вот, вытираем пальчик. И здесь мы сделаем с вами лунную дорожку, да, так говорится, или солнечная дорожка. Белым цветом, вот так вот хаотично, начиная с горизонта, мы делаем с вами такую дорожку. Вот у нас засветилось наше солнце, которое садится, да? Это у нас с вами закат. Ну, я еще добавлю вот здесь точку какую-нибудь побольше, чтобы поинтереснее было. Так, теперь все остальное мы будем с вами рисовать черным цветом. Мы возьмем и нарисуем вот здесь вот такой бугорочек. Это у нас будет наш островочек. Вот здесь у нас с вами островочек. Черным цветом мы нарисовали землю. И дальше мы будем с вами рисовать пальмы. Пальмы, которые будут и прямо сюда, аж на небо высоко. Смотрите, куда я их веду. Вот аж прямо сюда наклонились. Какая-то пальма сюда у нас пойдет, да? Какие-то пальмы вот здесь. Ну, давайте нарисуем достаточно 3 пальмы. Вот. И теперь мы от пальмы такие веточки у них есть. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь у нас 1, 2, допустим, сколько там? 3, 4, сколько получится, да? Ну, не 2. А теперь на эти веточки мы будем делать вот так вот. Насаживать листики. Листики у пальмы такие очень густые. Показываю еще раз помедленнее. Вот мы нарисовали веточку. Теперь, начиная от кончика, 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот мы делаем листики. Вот так мы делаем листики. Вот так. Вот такие у нас интересные получились пальмы. Ну и последнее, что мы можем нарисовать, птичек, которые летят, птички. Рисуем их тоненько. Вот здесь на солнышке какая-то птичка летит, да? Вот здесь. Вот там у нас летают птички. Много не надо рисовать. Достаточно штучек 5. Вот такой у нас сегодня интересный вечерний пейзаж. Море, закат, пальмы. Желаю всем удачного творческого рисунка. Желаю, чтобы скорее все закончилось, и мы с вами могли поехать на море. И жду ваших рисунков. Всем пока и до скорых встреч!